Новый творческий сезон открылся в детском центре «Радуга». Его воспитанники отметили праздник большим концертом. В программе были выступления различных коллективов, веселые конкурсы, шутки и песни. В этом году центр празднует 10-летний юбилей. Главные празднества намечены на октябрь. А пока двери «Радуги» открыты для всех детей, желающих развивать свои творческие способности. Мы рады новым детям, которые придут к нам. Мы рады встретиться с теми детьми, которые учились в «Радуге». Рады тому, что в хороший и прекрасный день проходит этот праздник. Ну и, конечно, такой юбилей. В этом году 10 лет. Это, конечно, первая такая круглая дата. Также «Радуга» активно подключилась к акции «Собери портфель сироте». Во время концерта проводился сбор школьных принадлежностей, которые потом будут переданы в детские дома Одессы. В ближайшие 20-25 дней эта акция будет проходить, и мы ждем всех, кто хочет в этом поучаствовать, принести к нам в «Радугу» игрушки, книги, канцтовары, учебники, портфели, ранцы, все, что понадобится детям, которые пойдут в этом году в школу или уже идут в школу. Мы призываем одесситов не оставаться безразличными, приходить либо в детский центр «Радуга», либо в Союз журналистов Украины и приносить канцелярские товары, которые мы потом передадим в детский дом. Хочу поблагодарить уже многих одесситов, откликнулись на эту акцию.